Как сохранить и приумножить накопления? Как правильно ставить финансовые цели? Куда инвестировать свободные деньги и защититься от мошенников? Вопросы, которые касаются каждого. Получить ответы на них теперь можно в Центре опережающей профподготовки. В рамках сотрудничества с Центробанком здесь будут проводить мероприятия по повышению финансовой грамотности населения. Речь идет и о школьниках, которые имеют небольшие, но денежные сбережения, которыми необходимо научиться правильно управлять. Распределять их во времени, строить грамотные финансовые цели и определять пути для их достижения. Также речь идет и о людях старшего возраста, ведь на протяжении всей жизни мы решаем те или иные финансовые вопросы. Еще одна важная задача – развитие кадрового потенциала. Мы будем сотрудничать в области регионального развития подготовки кадров для, прежде всего, для специалистов экономики. Это первое. И второе – социальное партнерство для подготовки трудовых коллективов именно нашего Курского края. Стороны отметили, что у партнерства есть отличные перспективы для дальнейшего сотрудничества, в том числе по проекту «Курское долголетие».